Ну, короче говоря, на улице мороз сильный. Минус 20 градусов с лишним. Резко похолодало, иду греть машину. Не знаю даже, заведется или не заведется. Короче, велик всю ночь простоял у подъезда на улице. Сильный мороз. Пошел греть машину, короче Смотрю, на лямке тащит уже. Просто когда резко мороз налетает, в аккумуляторах эти опилки-то медленно там плавают. И, короче говоря, просто может там, я не знаю, по-русски говоря, может осыпаться банка там, или же просто произойти замыкание. Короче, надо быть очень аккуратным. Ну, не мне шоферам объяснять. Вот посмотрите на трубу, на выхлопную, у котельной. Короче, полный Титаник. Дети-то в школу идут, наклонясь. Такая вот дымофара с трубы. Мощнецкая. Машина давно стоит, вот она. Короче, понтов мало, она вся заледенела. Не знаю, заведется или нет. В принципе, должна. Даже двери-то не открыть. Даже двери не открыть. Не открывается. Ёб твою мать. Дверь не открывается. Открываются двери, заледенели. Ни одна дверь не открывается. Водительская тоже не открывается. Открывается, черт побери.
открывается.